суперстар Сергей Зверев собрался представлять Россию на международном конкурсе Евровидения. Такая новость шокировала не только поклонников эпатажного артиста, но и весь шоу-бизнес. Побывавшие когда-то на этом конкурсе певицы Ани Лорак и Алсу уверены, что выступление Зверева запомнится всем европейцам. Но пусть знает, что впереди могут ожидать многие трудности и волнения, и высокая сцена, он же там на каблуках всегда, поэтому тоже опасно. Мы не раз видели, когда побеждали или там занимали какие-то топовые места, вот именно такие очень эпатажные, яркие личности. Звездная тусовка готова поддержать эпатажную звезду, но не стоит забывать о песне. В первую очередь, Евровидение – песенный конкурс.